Снимай, ты же снимаешь, да? Снимай все, как ты сказал, крысь. Снимай тщательно, чтобы люди тянулись к нам, в коммуну и вступали, ведь нам нужна новая кровь. Какого волшебного хуйца ты тут делаешь, говнюк? Снимаю я видеорекламу. Эй, зачем ебашить камеру? Это Крис сказал снимать. Здрасте, сегодня я сниму еще одну рекламу. Итак, отправляемся в комнату Ребекки, она скорее всего сует себе чё-нить куда не надо, лишь бы не давать Генриху. Хм, странно. Никого нет. Наверное, она в кладовке. Наша задача тихонько пробраться туда. Такое ощущение дежавю, что ты совершенно не знаешь, что снимать и каким образом. Ага. Понятно. Ага. Понятно. И это все, что он наснимал. А ведь была команда снимать рекламу, а не Дом 2, блядь. Ну как тебе, крыс? Охуительный ведь я режиссер, да? Нет. Хуёвый режиссер. Говно так снял. Снимал. Я ж я снимал сам все, сниму, что ты сказал. Лучше. Жопу, сука. Телок. Никогда, слышишь меня, никогда, никому не показывай этот, пиздец, что ты снял. Это примерно то же самое, что реклама на кабельном телевидении какого-нибудь маленького городка, Крис. Как тебе, Клер? Я попытался вложить душу и прочую хуйню в эту рекламу, ага. Думаю, надо оставить эту, до лучших времен, пускай крутят по телику, вся хуйня. Может, не фаги подойдут.